Так, всем привет, ребят. Смотрите, у нас 16,5 градусов сегодня. Тепло, хорошо. И нам, конечно же, не хочется сидеть на одном месте. Мы сейчас с вами поедем отдохнуть, прогуляемся с детьми, поэтому оставайтесь с нами на канале. Так, ребят, ну прежде чем мы поедем куда-нибудь, естественно, прогуляться к морю, мы планируем вот на один из пляжей, в котором мы уже давно не были, вот, и стоит туда съездить, я объясню почему. Вот, и мы решили съездить на квартиру к нашему племяннику, посмотрим, как у него там дела. У него идет ремонт в его квартире, которую мы покупали, вам показывали, уже к завершению. То есть у нас дата 26 числа, у него день рождения, у меня, кстати, 25 будет марта. Вот, и хотим все усилия приложить, чтобы устроить так называемое новоселье ко дню рождения. Так что давайте посмотрим, какие у нее там уже изменения. Вот, находится на конечной автобусного маршрута Лазурной долины. Как он в ЖК-то называется? Неаполь. Неаполь, да, жилой комплекс Неаполь. Вот они, конечный автобусный маршрут тут. Можно доехать прямо до центра Сочи. Вот, ну вот он, трехэтажный. Один из корпусов, их всего тут два. Стоянка только вот здесь вот. Внутри ничего нету. Идем? Вот здесь. Марин, ты не была здесь? Нет. А, не было? Ну, хорошо. Вот такие маленькие студиечки, вот с такими балкончиками. Не забывай. Ты тут первый раз вообще. Я не понимаю. Третий. Поднимаемся. Это первый. Да, это первый. Первый. Вот мне нравится, когда делают первый этаж повыше, они вот прямо вот уровень. Уже хорошо. Потому что первые этажи — это сырость определенная, конечно. Это второй, да. Вот в подобном в жилом комплексе цены, ну, успели урвать. 400, по-моему, да, они взяли? В ипотеку. Причем ипотека Сбербанка здесь проходит. Это статус жилое помещение. Вот, а попадаются здесь объявления, что-то до 5, до 6 миллионов можно что-то взять. Вот оно, 66. Хотите? Хотите? Привет. Привет, привет. Мы с комиссией. Как у вас успехи тут? Ага. Чего вы тут делаете? А вы не стали делать инсталляцию, да? Да. Из-за того, что место больше. Давайте не покажем. Или что? Вот, смотрите, плиточка какая. А здесь уже пойдет потолок, да? Не стали. А что, не стали до конца? Не стали. Ага. Ну, смысла, может быть, нету, да, вот эти вот все. Тут и так потолки-то высокие, нормальные. Здесь умывальничек будет, да? Да, умывальник. И вот такая душевая. Ну-ка, сними меня. Мыться пошел? Ну, в принципе-то, да? Да. Вполне еще сзади вот это. Душевно. Да. Нормально. Минимализм. Ну, что так получилось? Все, что можно было из этого сделать. Ну, да. Здесь дверь, считай, да? Все, упор. Куда не сделаешь. А дверь куда открываться будет? А, нет, сюда. Сюда, ага. Уже обои поклеили. Видите, какие красивые. Как декоративная, да, штукатурка? Так, здесь у нас электрическое отопление. Теплый пол. Вот, сейчас выйду, покажу вам. Балкончик вот такой вот. Ну, вот сейчас тепло. Видите, люди могут выйти. Даже посидеть вечером, пообедать. Правда, конечно, да, здесь вот друг напротив друга. Но зато солнечная сторона. Я вот еще тогда им советовал именно солнечную сторону выбирать. Потому что, да, вот смотри, солнышко. Оно в противоположной стороне. Конечно, вот в этой стороне, если брать, да, то солнца нету. Здесь хотя бы зелень будет видна. Хоть как-то. Так, стену что сделали? Смотрите, как красиво. Это что, кварц-винил? Кварц-винил. А это что? Это бойлер. Такой же на полу. Так, кондиционер где будет стоять? Кондиционер вот там. А, вон там? Вон она, трасса. А, сюда, да, сюда. Ну расскажи, Лёк, где будет здесь что? Здесь получается этот будет? Кухонный? Кухня?
Ага. Здесь будет кровать, стол, ну и, соответственно, там шкаф. Ага. Делать другие обои. Маш, нравится? Для первой квартиры, по-моему, даже замечательно. Да, Лен Павловна? У тебя же, кстати, тоже была первая квартира, не очень большая, помнишь? Ну, она была больше. Не, ну, это для Кирзача, да. А здесь для Сочи. Илья, ты видел, тебя уже соседи цветов насажали? А? Тебе соседи цветов уже насажали. Куда? На балконе. Сейчас распустят, переедешь, а цветы распустятся. Так. Мама, мой балкон уже сажают? Нет, не на свой сажают, но вы будешь ты. Смотреть и любоваться будешь ты. Ну, в общем, все идет к завершению. Осталось совсем немножечко. У нас на следующей неделе сюда уже зайдут потолки, да, делать? Вот, в понедельник уже потолки будут. Останется кварцвинил на пол, да, устелить? Ну, конечно, надо это самое сушить. Недавно только заливали. Так что вот такие вот дела. Илюх, ты рад, нет, в своей квартире? Да. Жаждешь быстро переехать? Конечно, уже все. Что такое ипотека теперь, знаешь? Ты считаешь, что правильно взял ипотеку, чем снимать? Свое есть свое, правильно? Ну, все. Скоро будем отмечать. Новоселье, с тем чуть осталось, да? День рождения, новоселье. Так, ну похлопайте. За Илюшу. Лайком поставь. Будет очень приятно. Так, Марин, ну как тебе квартира? Мне очень понравилось. Единственное, меня смутило большое количество детских колясок. Это что, люди в 20 квадратах здесь с детьми как-то еще уже уживаются? Как видишь, да, я тоже заметил. Очень много колясок на каждом этаже. Ну, люди, видишь, может, кто-то даже снимает, я тебе скажу. Даже и такое не исключено. Даже с ребенком, а что делать? Многие хотят в Сочи переехать. Ну, как первая квартира, да, это пусть даже малышка. Отлично. Это самое отлично. Самое необходимое есть, и своя, конечно, это... Всяко лучше, чем снимать. Даже такую квартиру вот здесь будешь снимать, двадцатку, как здрасте отдашь, правильно? Это да, минимум, двадцатку. Минимум, наверное, даже. Да. А зато свое, не какая-то коммуналка или еще. Смотри, что-то. Смотри, какое дерево. Красивая, да. Молодец, распустился. Это и есть, по-моему, вот эта магнолия, которую мы в южных культурах-то видели. Да, да, да. Ну, а сейчас, ребята, куда мы едем, Марин? Ну-ка, расскажи. На море. Куда именно? Купаться? Нет, купаться нет, но прогуляться. Куда едем именно? Едем на Бургас. Мы давно там, ребята, не были, и один из наших любимых пляжей, он нам очень понравился, даже когда мы попали еще до того, как мы переехали. Вот. И нам очень прям понравилось. Поэтому оставайтесь с нами. Мы сейчас проедем через верх. Тут есть объездная дорога. Вот, так что покажем, расскажем. Так, приехали мы, поставили машину. Ну, здесь, вот я так понимаю, готовится платная парковка. Вот огородили хорошее такое помещение. Получается, территория. И чтобы к нему пройти, нужно перейти через железную дорогу. Но, вы знаете, в отличие от курортного городка, этот пляж хорош тем, что все-таки подальше железная дорога от самого пляжа. Потому что спереди стоят здания еще. Сейчас я вам все это покажу. Есть пандус для коляски. Вот есть светофор, через который надо регулироваться, да, в переходе. Здесь это получается пляж санатория Бургас. Есть оборудованный, есть бесплатный. Вот это вот получается относится к санаторию Бургас. У них вход вот на пляж через эту сторону. Вот схема прям, видите. Схема бич, а мы пойдем направо. Прогуляемся. Погода классная у нас сегодня. Видели, да? 16 градусов. У моря ветерок, возможно, будет попрохладнее. Ну, мы, чтобы дома не сидеть и вам красоту показать, решили доехать. Вот смотрите, здесь уже распускается плодовая деревня. Может быть, это типа вишни что-то или черешни даже.
Не знаю, в следующий раз все будем здесь. Вот еще уже распускается, только отпилили ее. Да, ветерочек есть, он видно по деревьям. Сегодня такой денек очень ясный и солнечный, но немного ветрено. У моря, несмотря на вот такую теплую погоду в самом городе, всегда одевайтесь потеплее. Потому что влажность большая, все равно может быть прохладненько. Вот мы заходим на территорию. Там уже вон есть, я смотрю, люди. Вот это еще раз часть получается санаторий Бургас. Вот с лавочками. Туда можно зайти и снять лежаки, все это в доступе свободном. Вот. Сейчас его подготавливают, видите, как тоже что-то делают. Но здесь песочек вот есть, что, может быть, кому-то это и нравится. То есть песок. Многие любят песочки. На песочке полежать, может быть, с детьми поиграть. И вот он, сейчас безлюдный пляж, который, кстати, после, видимо, сильного шторма еще немножко его сюда набросало, а так он был пошире, конечно. Может быть, и к сезону его и почистят, лучше будет. Были дожди, сейчас вы видите, насколько море у нас нечистое. Вот по полоске сразу видно, что ветер дует. В эту сторону задувает, и река, которая здесь вот рядом, река Кудепста, она сюда закидывает. Но в большинстве случаев, вот летом, по крайней мере, происходит немножко наоборот. Течение идет в другую сторону, поэтому сюда приезжаешь, и вода здесь чистая. Ну а железная дорога, как вы видите, ее здесь не слышно. Вот в этом плане, как бы, вот вся эта полоса чуть дальше идет от курортного до центра Адлера, вот это вот уже более шумные пляжи. А здесь вот это вот закуточек небольшого пляжа, он такой, знаете, лайтовый. И несмотря вот на вот эти вот булыжники, да, вот эти большие, как их правильно назвать, части, можно сказать, от, может быть, старого пирса какого-то, они еще и вот эти волны немножко сдерживают. Вот посмотрите, здесь идет волна, сейчас небольшой, это не шторм никакой, да, но средняя волна. Летом она тоже встречается. А здесь ее меньше, да? То есть, вот, по крайней мере, с детьми здесь заход будет легче. Ну и мелкая такая галька, в отличие от, например, Эмеретинского пляжа, где заход прям по крупной гальке, вот по такой вот, и выходить там достаточно сложнее. Поэтому здесь вот такой вот он. А? Нет, она грязная, посмотри, какая. Все ножки. Ты туда посмотри. Вон там, видишь. После дождя же был дождь. Ага. Вот после дождя, ребят, купаться нельзя. Да. Но редко, кстати, в эту сторону заметил, а обычно в ту сторону все. Да, зеленая, грязная, да, совершенно верно. Так что вот такой вот пляжик. А летом здесь оборудовано кафе, переодевалки, душ. Вот большое кафе, вы видите. Есть волейбол пляжный. Вот это вот все под тентами с лежаками. Все сделано, оборудовано хорошо. Есть понтон, сюда ставят понтон. То есть с понтоном можно заходить и прыгать, нырять. В общем, такое интересное место. Здесь показывает градусник. Вот в этом табло. Дату, градусы, все такое очень удобно. Вот, но этот пляж очень, он, так сказать, по территориальности относится к Кудепсте, поэтому есть пляж Кудепста центральный туда, а есть Бургас сюда. То есть летний, флора, что у нас, Сент-Тропе наш, вот, да, наша квартира. Кстати, чуть попозже как-нибудь нам вот плитку доделают, когда я съезжу, вам покажу. Вот, ближайшие пляжи это вот два. Либо Кудепста пляж, либо сюда. В общем, вот такая вот погода, такое у нас сегодня море. Вот, выехали на прогулочку.
Так что пишите в комментариях, кто был на этом пляже. Очень хочется ваше мнение услышать. Ну а на этом у нас сегодня все. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и обязательно смотрите следующее видео. У нас выходные продолжаются, у вас в том числе. Уверен, что оно вам понравится. Пока.